Добро пожаловать на канал Мусалим. Сегодня у нас в работе автомобиль Mitsubishi Colt. Будем делать полную шумоизоляцию. Проклеивать будем двери, пол, потолок, капот и багажник. Использовать материалы мы будем комфорт мат. Двери у нас будут проклеиваться в 3 слоя, все остальное в 2 слоя. Для этого мы предварительно разобрали салон. Вытащили сиденье, сняли ковры, обшивки. Поверхность мы будем обезжиривать, для того, чтобы материал у нас приклеился, чтобы ничего впоследствии не отвалилось. Виброизоляция, а мы ее прогреем и на горячую будем прикатывать. Вот у нас потолок снятый. Приступаем к работе.